Ой-ой-ой-ой. Да. Бля, Андрей, ну куда я хилов нет? Не-н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 е. Ты меня похилить обманул. можешь. Ты Ты же хилил. похилить можешь. Ну, правосудие, правосудие, флешка, правосудие, флешка. У меня маны нету, пиздец. Семечка, 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 блядь, опять второй этаж бежит здесь, нахуй. Нормально, у нас есть два танка. Можно за... Нет, лучше не за зайбом жить. А хотя можно за зайбом жить, да? Где-нибудь здесь, вдалеке. Да может давай в центре бомжей, похуй вообще. А их так уже дофига. В реке два бомжи. Да, я уже. Ну это, кстати, забавно звучит. Что-то у меня там кто-то ПМ спрашивал, я проебался. Так, мне нет доспех ставить на силу. Да, надо бы было поставить доспех на силу, не похуй. Вовремя. Не, он ставил, он ставил. Интересно, как на смотрителе будет. Нормально. Да, чё, изи же. Гораздо легче будет этот, чем летит. Если люди по рунам смогут бегать, тогда изи. А я, знаешь, кстати, да, думал насчет этой хуйни. Там же 6 рун. Я вот думал, типа, чтобы непонятков не было, типа, кто куда бежит. Просто 6 меток на 6 людей скинуть, которые будут руны закрывать. Да, и они уже... Нормально. Тут все уже... Смотри. Смотри. У нас 3 стоят в дальнем углу, 3 стоят в заднем, ну, на входе. И трое бегают между. Я вообще не про это, я не про это говорю. Я понимаю, что кто-то там, кто-то там. Я про то, что на 6 людей ты метки над головой повешаешь, вот как сейчас есть вот квадрат, крестик. И типа, чтобы у меня просто был один вайп, я забегаю, челик забегает тоже, и нужно, чтобы один стоял. И мы оба выбегаем на хуй вайп из-за этого. Ну, у тебя может быть такое, что, допустим, тот же самый квадрат в другой стороне комнаты РДД, вот с квадратом в другой стороне комнаты, он чисто физически не успеет. Ну смотри, нет, если по... смотри, у нас немного по-другому, у нас как, самый дальний закрываю я, вот самый дальний закрываю я всегда, я сразу озвучу, я закрываю самый дальний, если появляются две метки, я закрою самую дальнюю, и второй человек закрывает передо мной, все, два человека идут в эту зону. Я ее закрывал, бегал, как Рос сбегал, закрывал. Честно. Да, вот, давайте дойдем до него. По факту, типа... Самое сложное это будет аннигиляция, типа сбить каст и сфера, все. Если с этим справимся, в основном здесь, блядь, босс будет изи вообще. Типа. Нет, на аннигиляцию мне только макрос надо. Дальше я добивать его готов. У меня макрос остался где-то. Таргет, смотрите. Я перетащу. Касаемо, короче, рун, то бишь, чтоб ты там не переживал, типа. Ты за ДЦ, как я понял, да? Типа, приоритет заходит милик, типа, если ты видишь, что, короче... Просто смотри, типа, милик и РДшка. Если такая ситуация, вы зашли вдвоем, типа, всегда остается ДДшник в руне. Хил выходит в руне, все. Это жирный. Не важно, даже если РДшник, потому что, ну, силу себе аж в прежний раз не тирит. А чтоб он другого прохилил в это время, все. Ну, не знаю. Я вот вчера, морал, это, смотрите, был, типа, убили со второго трая, или с первого, короче. Типа, ничего сложного не было, вообще, не чувствую вообще ничего сложного. Я не чувствую, было, что вообще карта. Было проблемы на деве. Что у нас было в прошлый раз с ЛФГ, типа, дева. Не убейте, пожалуйста, это, ребят. Жека, можно я тебе ферану? Я ему стану. Да, да. Там нет пиздец. Суманите какая-то. Бля, я вихрь крутанул. Бля, извини. Извини, в тебя этот прокнул. Я отошел, а он все равно дотянулся, и в тебе еще тринка пухнул. Так, стоп, давай сейчас, короче, шкаф поставим, суманем всех там. Рох ушел, а что будет ушло? Нет, не скоро. Позовет. Хорошо. Жека, суманите меня сразу. Нажмите, тоже. Пожалуйста. И меня сразу прожмите, пожалуйста. Там, блядь. Да, что, одного могу запинаем, ты когда хилится. А комбат повесился, да? А, принял. 2 минуты. Ну знаешь, бьем дальше, стараж 2 минуты. Чем мог бы убить? Тут уже можешь, вот тут уже можешь и семечко ебашить. Ой, Андрей, блядь, бежи до. Так собака. Это я что спросить хотел, там перчи выпали с духом. Они нужны кому-то локу, там, магу. А подождите! А вы забрали? Ну, только Африку, Андрей, ты его забрал с морозом?
На тебе лутер же. На тебе лутер, ты лутаешь. Да не-не-не, я бегу. Ну ты человек, а? Вообще, а, дай... лутишь, а ты с коня лут забирал? Да-да-да, с коня я забрал. Ну, там с коня как раз перчи еще. Бля, иди по факту вообще, типа, сегодня лутера нет, мне поебать. Пошли за вот такие, прошлись тут, где мусор оставили. Нормально. Да я что-то все, мы коня у этого мороза так долго били, я это, все. Мозги... Ну, бля, со второго сарая нормально еще, типа, ничего. Лутера, может, Андрюха, да? Нет, я сам. Андрюха не хочет. Я сам хочу. Можешь мне лутера дать? Нет. Мне по факту похуй, честно. Я все забрал, не переживайте. Мы ролить как будем, перед смотрителем? Или после дела? Тайм. Да можешь сейчас рулить, когда придет, тогда паролим. Все. Я молчу, как всегда. Просто молча. А, ну правильно, пока молча не убьете, лут не увидите. Все, вот. Нормальная тактика. Заманили с камон. Приходите через полгода, когда фул нерв пройдет. Андрюх. Можно в ЛФГ писать ролл после молч. Тут лучше разливать или добирать. Кстати, да. А если взять там в Кугарейде написать ролл после последнего убитого босса? Все, ты можешь оставить лут себе. И потом четыре твоих человечка такие внезапно офаются. Добрать не добирается. Короче, ну, типа, по правила Сируса, они пиздец, типа, вот хотим просто за 2 секунды, ну. Ну да. Ты вот дописал в ЛФГ просто банка, типа, БК, и все. Нет на человеке банка БК, все, можешь его без лута ставить. Либо заставить выпить банку БК на последнего босса, да? Я видел, как челики в ЧС кидали, чтобы не видеть ролла другого, а потом писали, типа, что им лут не отдали. Там, когда в ЧС, то ты не видишь ролл, типа, человека. Да, кстати, да. А он потом скрин на форум пишет, типа... Короче, две стороны медали, типа, вот этой хуйни. Не, я знаю конкретную эту... Конкретную фишку. Просто идешь, доходишь, убиваешь последнего босса, челика кикаешь, и все. Да, РЛ вправе проводить заведы, как говорится. Да, РЛ вправе кикать в любой момент времени, без объяснения причины. Короче, давайте скажем тебе, кто хочет наебать, тут наебет, типа, и все, на этом точке. Я удивился. РЛ, блядь, похоронят, блядь, потом. Не, да ты сменил вот, ник, да, и все. Тоже. Вот смотри, блядь, столько тут людей кидают, ну вот просто, блядь, вот просто тьма, нахуй. Андрюха, в курсе? Нихуя никто не ничего... И дают там, если даже доведут, дают бан на там на сколько, неделя или... Месяц. На 3 месяца дали у нас челику бан. Андрюха, в курсе? Там дали в жбан 3 месяца, парни. Если 3 месяца, тогда еще да, тогда еще нормально. Андрюха, я там на форуме есть как РЛ, Гру, Магика на X4, ты понимаешь? На меня как там пожаловали. Сейчас X3 наличие, ой, на этом, на целка нахуй кидал на лоб, его на форум запилили с отсюда. Так, ребят, давай... Серьезно, меня на форум запилили? Ну да. Андрей, убирай танк, целого танка, давай в сову. Суманите рожку. Сука, да ПС был побольше уже, что ли? Да нормально. Бля, я тут советую, тут ебаный бить вообще не хочу. А у пиноколада есть? Она мне сегодня не нравится. А может у пиноколады есть ДД-спек? Хорошо. Нормально, а Андрю, Владика, ебанёво, всё, изи. Ну чё, молчаете? Чё париться? Да? Ничего не молчит, видишь? Дошли до изи босса, можно спекаться. Ага, щит не проблема, но с Герой из босса. Не, ну, объём, ты шо? Короче, уже прошлый раз поймали на изи. Бля, изи, какой-то раз, ёбан. Пиноколада у нас 100% типа, я буду там в сове. Потому что он так динамуты смог снимать. На смотрителе? Да. Не, ну на смотрителе-то да, там РДД по профильнее будет, чем мили. Так можно же мили комбить на максимум же. А, кстати, да, мы же тогда били, помните? А тут просто пиноколада, короче, больше даст ДПС, чем я в сове, я уверен. Так слышь, Андрюха, помнишь, мы били этого смотрителя в ворот? Помнишь. Ну, никто правильно это не делал, правда, все равно спасибо.
У нас был 3 человека. Петя и я, все. Я был пал, мне похеру, я сам себя прохилил. Типа, там можно тебя сейчас, типа, бить. Просто смотри, короче, скажу, как сесть, типа, блядь. Тут-то все наши, чтобы есть у вас время, типа, чтобы сразу эту хуйню проверили. Ну, потому что в том рейде они, типа, они ничего не хотели проверять. Они не диспелли, я им тоже предлагал бить вот так, они, короче, это, ну... Они его, знаешь, вот так бежат в стеночку и обратно, стеночку и обратно. Пека с Пекаси в ДД сразу же, здесь не агрим. Суманите хоть. Да. Да, мы еще не дошли. Ладно, сейчас мобов убьем. Ну ты где дешевле. Поснимал час, суманим, не знаю. А чё это? Сова же нормально на крит добавляет. Сова кнопки жать не хочет. Смотри, понимаешь, я могу с сову, мне похую, типа, вот честно. Просто я меньше дам ДПС. Вот я уверен, что я меньше дам ДК ДПС. Я дам где-то 7-8, блядь. Так вот, ты еще 15% бафа дашь. Так ты еще тиммейтер бафаешь. Это профильный медведь. Да, наверное, типа, чё вы. Сейчас тут это в дике в ДКшке. То же самое. ШПшки же нет. Есть ШПшки. Мыслите, ты в 2-3-8 ДК не дашь. Там, блядь, автоатака даешь 5000 нахуй только. Нет, а это уже 8к долларов выдавать на изи. Так мы 1000 милик себе спокойно стоишь, ты бичит, ждешь. Так, это у кого нет? У меня нет комбата, я рогу сумоню. Тыкните. За сумоню. А так мы уже трэш для... прочистили, я спекал билд ради трэша. А тут уже и нахуй не надо. Иди обратно. Нормально, можешь обратно идти, нахуй спекать. Бля, охуенно. Да у меня другая привычка, я иду, если сижу, играю, иду, он стал билдейся. Без хилов, без всего. Бля, сейчас я буду первый босс, когда, блядь, мне не надо. Ну да, я помню, как на X3 я постоянно рвал, он тебя хилил. Бегал по тому. Главное, чтобы все видели лучи, главное, потому что на X3 такая была проблема. Не, я вижу. О, Саня, короче, типа, вроде нет, ДЦ наш, посмотрим на него. Ой, блядь. ДЦ пиздец, мощный нахуй. Чё там? Здоровья твоему персонажу желаю. И блядь, есть, тринкеты. Типа. Тринкеты, конечно, классные, ничего не знаешь. Я себе тоже хочу. Ну, я вот фармил, меня... блядь. ШПшники бегал, рулил на хила, блядь. Только вот, короче, ну, это. Я бы в ХП его приделал. Только у меня весь, блядь, ДЦ в сердолях, а у тебя тоже шмот неплохой, и в ну, ладно, блядь, сердоли-то надо, блядь, где-то голды взять, блядь. Друг. Ну да, да, да. Друг, ты че из формы вышел? Ну все. Я голду редко зарабатываю. Заработка. Когда что-то нроль... Нет, смотри, короче, давай я тебя прямо спрошу, это у тебя мейн персонаж? Нет, это третий персонаж. Ну, окей. Ну вот и в этом и вся суть. Нет, там был тоже... Был бы мейн, когда можно было бы сказать, ну ты чё, охренел. Там на тех персонажах, считай, тоже, что там, на сову крит, это желтые камни, не дешевые. Потом чё. Ну, короче, сердолей, блядь, ну, ты знаешь. Они нам нафиг не нужны, сердоли ваши. Короче, смотри, я тебе скажу иначе. Без 3500, это минимум 3500 СПДН баф, это просто персонаж у тебя по своим бафам, типа вот этим, получается. И без других там баны, хуянок. Ты, короче, рано не просилишь. Копыта тем более. То бишь, чтоб ты понимал, насколько ты полезный. Так, короче... Отбегу на полторы минуты. Просто вот так вот бросаю, блядь. Безусловно, где-то сюда, сюда, нахуй. Короче, вот. Да. Где-то так, короче. А, что будет происходить, смотрите, типа, блядь. Все просто. Босс цикличный. Вводим по кругу. Фаз нету, все одно и то же. Типа, ваша...
Ваша задача просто выносить, типа, получается, будут две меточки на вас вешаться, типа, две будут две лужи. Кто не знает, просто напоминаю. То бишь, две лужи надо, освещенная земля. Выносим в квадрат и в крест. Когда у нас вторая лужа появляется, типа, вы идете в вторую лужу, лутаете один стак. То бишь, как лутается стак? Вы заходите на край лужи, там тик один раз в 3 секунды. У вас появляется один желтый дебаф. Вы выходите, все. Идете за звездочкой. Сейчас все метки лишние поубираю. Там пока по сбитию костам там ничего не надо, я что уже не помню. Убивать косты надо, надо. Это просто рассказываю общую тактику для всех. А. Типа вот, смотрите, вы просто бьете босса, на кого-то рандомно кинулось еще на земля, одну скинули лужу сюда. Просто как стреляете лужу? Подошли, блядь, она прокнула подвалим, все, вышли. Она разрастается чуть-чуть и все, на этом точка. Ничего же там долго тупить не надо. Просто появилась лужа, выбежали. Также вторая лужа появилась, блядь. Выбежали, все. Типа, кто выносит, тот вторую лужу может лутать сразу стак, типа один. Все остальные игроки зашли и залутали стак. Получается, у нас будет три каста. Как называется, блядь? Шок небес. Три шока небес нам надо сбить. Косноязычие на босса не бросаете. Это бишь лопнет тут. Чернобыль, отойду. Надеюсь, все, блядь, тут это знают. Викарь, замучай. То бишь, смотрите, будем переводить босса. Бьем босса, типа, короче, выбивайте косты, типа, когда появляется вторая лужа, обязательно, Женя, ты тут? Да, я тут. Общаюсь, я нахуй вообще что-то рассказываю. Я тут. Женя, тут, короче, если что, ты страхуешь третий каст, типа, сбивать. Но смотри, Эндрю, ты ответственный будешь за третий тоже, типа, ты не идешь лутать стак. Ты сперва ждешь третий каст, типа, смотри, появляется вторая лужа, идет третий каст, ты сбиваешь каст, когда идешь лутаешь стак и бежишь в рейд. Угу. Все, типа, это весь босс, короче, две лужи, три каста, блядь. Потом перебежать за звездочкой, чтобы последствия не сбрил. И пробить щит. Теперь по касаемо по щитам. Типа, на первый щит вы сдаете типа свои брусты, на второй щит мы сдаем геру, на третий щит сдаются припоты, на четвертый щит у вас откатываются брусты. На пятый щит, если он будет, блядь, молимся Богу, и все. Че? Так а что делать, я так и не понял. Там есть кнопка такая, знаешь, типа в сумке камень Долоран, блядь. Короче, все знают, блядь, я уже не хочу никого еще раз. Скажу заранее, у меня в БДК не докап меткость, я могу промазать киком. Реально. У нас есть шаман, который подстрахует фарш. Подстрахует. Ну, чтобы я сказал, да, чтобы там реально подстраховали. Ну, вы на хила тоже середине. Я тоже буду кикать, если под конец никто не... Я в середине буду кикать, если не пошло, значит, типа, ну, кикать. А я не буду кикать, я буду смотреть. Ты будешь хилить и потеть. Сацуны тут, Санёк? Да. Смотри, просьба к тебе. Если не сложно, всю фазу ты бьёшь синий джаг, короче, только переходим вторую лужу, ты бьёшь жёлтый джаг, типа. Как вторую лужу разлили, я бью жёлтый, понял. Да. Как стаки набрали? Если тебе не, ну типа не сложно, типа вот это все делать, но этого будет очень сильно просить сигнал, потому что там ДЦ слабоватый. Окей. Okay. У нас есть Эршан. У нас не хапал, а Эршан. Там нормально урон улетает. Пожалуйста, только не затупите в лужах, не лутайте два стака. Если утонули каким-то образом два стака, кричите, блядь, не знаю, в чат, кричите, блядь, в Дискорд и прожимайте, чтобы вас успели прохилить. Только не я утонул два стака, а, блядь. Да, никнейм и типа. Вас... Ауру какую лучше поставить? Сосредоточенности? Да, сосредоточенности. Все фласты ДД пейте полностью, все, короче. Масло замажьте ДДшное. Эндрю, еще без фласта. О, масло помню. Стерлось. А, да, закончилось только. Масло стерлось. Кому говорит? Еще раз чек на пул и буду пулять уже. Босс несложный, вот честно. Две лужи запомнили, блядь, на второй залутать так. Ой, 20 миллионов, слушай. Шар подлетает, готовьтесь, короче, рядом статуи буду пулять второй. На пул сразу дай, пожалуйста. Потому что босс не агрится. Для ультистов, первую лужу куда разливаем? В крест?
Да. Квадрат. Квадрат крест. Дальнюю. Слышь, квадрат. Сейчас будет ученый земля приготовить. Чернобыль. Чернобыль, ты будешь. Хорош. Ты что, сами, ты понял, как РЛ и РЛ. Отойди, Чернобыль, сейчас стак лутать. Стак не лутать теперь уже никогда, типа. Я буду вторая лужа. А мы из креста сейчас будет стак лутаем или из какой-то? Да, да, из креста. Важно вообще. Все, пошли лутать стак все. Кикните. Ага. За шарик, вот за мной. Вон за звездочкой, извиняйтесь. Ну, сколько? Типа босса, а чё ты долго, блядь? Это я не понял. Красноязычный на босса не вешал? А, повешал! Всё, падайте нахуй. Ясно. Босса, все нахуй. А, да, он же отошел, когда ты это говорил. Он же отошел. Я ему писал, не вешай красноязычный, он придёт. Блядь, ребята. Инициатива доказуема. Я спрашивал, блядь, все ставят, блядь, уходят, что-то сделают, блядь, я не знаю. ХП, въеби ему нахуй, слышишь? Дикий? А, в дикий. А! Бурсту сливал вначале? Бурсту? Бурсту. А ты не видел? Я видел. Бурсты не сливайте, короче. Да не, вопрос в том... Мне короче, косвязычи не вешай, вешай 13% урона, 100% типа. И кто-то у нас умер на первой фазе сразу. Молния его ебала. Кас не сбили, типа, да? Ну я не знаю, меня убила молния и пиздец. Все было сбито. Слетело... Короче, стак с молнией, наверное. Да-да, как раз с молнией и с танком. Пожалуйста, отходил. 50 на 50 спасает от молнии или... Это же не так. Не, от стака спасает. Я вижу, ты стак не получаешь. Не, ему, получается, прилетела молния, и он утонул стак. А стак тикнул больно. Поэтому прохилиться сначала надо перед тем, как взять стак служу. Ну, крайне актринку, а я не тот, который КП добавляет. Там все печально будет. Что-то, блядь, у нас у кого-то 14 Чернобыль. Блядь. Чернобыль. Тут тайминги. Тайминги без Косноязы. Все. Коснояз вообще не нужен. Танк ориентируется по своим таймингам. Без Косноязы. Вот так. Шкаф, пожалуйста. Шкаф поставьте, пожалуйста. Короче, что это? Еще раз. Здесь ты, блядь, что не понял. Типа, косноязычие не вешаем первое. Блять, босс, две лужи, на вторую лутаем, блять, так. Если вы, блять, просели по хп очень сильно, прожимайте, там, коши, хуёши, там, типа, это не даёб, это просто, типа, предложение, чтобы вы выжили. Вот и всё. Бойчик, морчик, я не знаю. Чего у тебя, блять, 15 тысяч хп, чё за хуя? Сломатая жизнь поломала. По этот поломанный, пожёванный. Кстати, GSKD? Да? Нет. Поставь его вот сюда. Пофикситься чуть-чуть. Фикситесь все. Да, это невозможно. Все равно через один трайм опять надо будет ставить. Не, ты шо. Окей, типа, смотрите. Бля, я с тобой, Чернобыль, согласен. Я просто стараюсь максимально все упростить. Вот честно. Типа, я вчера его тоже так лутал, ничего страшного в этом нету. Если у вас хватает скилла, ребята, пожалуйста, лутайте после касса, соответственно. Если у вас скилла не хватает, вы в себе не уверены, лутайте на второй луже. Рыбу жрите, господа. Пристабав лапку, пожалуйста, еще потом, как поешьте. Это когда уже, блядь, люди сыгранные, блядь, просто все на автомате делают, тут там, блядь, за доли секунды все можно лутать. Так
Так хочу бурстон, так хочу. Когда, блядь, собрали второй раз каражан, нахуй, вот, ну, совсем другое. Толстый. Так что, Чернобыль, если шталишь, можешь спокойно удать, как тебе надо. Женя, ты тут? Да, 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 я тут, я тут. Сейчас пуляешь, да? Ну да, раз, два, три. У меня зависло. А не зависло. Что-то у меня в последнее время какой-то микрофриз, блядь, перед пулом, вот порол стало. У меня так на чемпах. Новая обнова, привет. На чемпах вроде. Женя хилит? Он сказал, что тут, я хуй его знает. Он... Вот теперь хилит. Больше. Взяли постав. За звездочка. Все, дали бурсты. Запрыгнул. Раздашь. Вот и джагой бьем. Сейчас можно сбивать. Все, вот этот весь босс, блядь. Кики. Типа больше нихуя не будет, вот. Вы все увидели. И наколады. Ладно. Взяли постав. Звездочка. Веру. Все синий бью. Блять, вроде бы правильно сбиваю, не помню нахуй. Так, не так, блядь. Не, нормально, под конец. Да там тоже в конце, типа, в определенный момент меня сбивается. Пока я. Окей. Окей, я на него сказал. Выбежал сюда. Окей, окей. Блядь. Бля, я уже и хукагом был, и кем только меня не называли. И фукаш. Да калич РЛ просто, я в том числе. Ну, ну хотя бы кули ничем не был, которого кунили. Пока я еще раз. Кунилич. Че вы там? Сколько убили? Где украл? Так. За звездочкой, далеко за звездочкой, далеко за звездочкой, далеко за звездочкой. Я встану потом, я встану, меня нахуй. Трипот отдали. Просил, вставай, держи, не сразу бы, короче, и на радан тебя. Пристабав ему. Забафайте сразу все полностью. Я не тут же жагу отдал. Блин, все живем. Сейчас. Поебал. Блядь, чуть надо бы продлить было, похуй, ладно. Всем здорово. Здорово, здорово. Здорово. Тихо, ребят, пожалуйста. Здорово. Сосуны, нажми на сайт. Сбейте. Сбил. Кики. Кики. Алибарда. Вчера упала. Сегодня должна упасть. Я тебе, ну, говорю, главный топ он просто. Я, короче, скипиди, Женя выбежал, Даня выбежал. Ради принципа порода. Лутайте, так. Далеко надо. За шарик. За звездочкой. Не успели. Дамбер, ничего страшного. Сразу забафайте только его. Прохил.
Сразу всем убавить, да? Давайте пробиваем, успеть должен. Отойди, Чернобыль, Чернобыль. А, ладно, успели. Каст. Каст. Нет. Еще два щита. Так, сейчас добивай меня, сейчас Чернобыль разойдется. Ну, да. Сейчас немного поближе надо мне выкинуть, прям в колодец. Да, ну теперь покажи, вон крест он поставлю, блядь, вот сюда метку. Поставьте, пожалуйста. Пацана. Да, листа. За звездочкой, за звездочкой, далеко за звездочкой, далеко за звездочкой, далеко за звездочкой, за звездочкой, блядь. Все. Сейчас все дали, что есть, полностью добиваем босса. На прогресса убиваем его. Я джагу не туда. А пофиг. Чернобыль, Чернобыль, Влад, бей дальше. Да все, убили. Добивайте, как добиваем. Кас. Все. Либо носите похуй куда, либо от рейда подальше. Добиваем прям. Тряпка. Ну, знаешь, когда просто пьёшь. Нет, тряпка. Джека, я хилил, я соло прохиливал эту штуку. Да, ну хотя бы запы. О, это мне! Это мне! О, дробяха классная, кстати. Дробяха хорошая. А чё сказать, а с копыта, не с копыта, а с ловчего и мороза выпал? Тринка. Ботиночки с мороза упали. Серьёзно? Серьезно? Да. Не, Чернобыль, она не нерфина, она-то сразу такая, это актуал, типа, понял? Ну ты понял, с текстри какая разница, да? Ты тоже да. Чувствуешь прям лютый. Я не по нерфи, это, мне кажется. А надо кому дробяшка, может, я просто сразу не, сосмотрел? Не, нерфили, мне нужна, такая... мне нужна, прикинь, да. Смотри, вся сложность Каражана, вот что озвучил Гомель, это опера. Вся сложность Каражана, говорит, это ебаная опера. Типа копыта стандартный, типа гемор, аран типа несложный. Мало аран. Кирки. Ну, копыта сложно, типа, в своем, типа, вот, и на комната, и я у ЕДПС, все, типа, и хороший. Ну, смотри. Типа. Смотри, на комнату у нас есть БДК, у нас есть лок, у нас есть маг. У вас еще есть стас, которого нет КД. Вы его можете взять. В смысле, у меня нет КД. Мы ни хера не убили Розел. А что они там? Ну, у нас то ли, я не знаю, у нас то ли ДЦ хуево считывало, то ли что, бля. Как-то просаживалось по ХП, пиздец, бля. Андрей, давай по одному убивать, быстрее будет. Да. Кстати, на деле, момент, когда крылья и эти тринка каждые 2 минуты через щит. Типа получается. Ну, да, да. Поэтому, когда 2 отпало, по очереди просто сдаете и все. Когда самое... изи падает. Санечек, слушай, пока это самое трэш есть, поймай. Очень хорошо. Я не рад. Да, пойдем в этот челал, поднимемся. Ну, с этим. Прочитим трэш. А мне шмот трэш уже не нужен, кроме этого. Я не знаю, но это потому, что, конечно, мод полезный упал, типа, а не просто когда хуй. Сегодня вообще нормально, да. Ну пофигу, оно ты выйдет, Андрюх. Да. Оно ты выйдет, а ты выйдет. Я ж тогда просто. Я забыл, что тут новая топовая геодата, типа, иногда классно. Так этот, что-нибудь нормально упало у вас вообще? Вообще да, все да, нормально. Да, да. Пуха выпало, да. Каждого босса прямо хэн. А куда вы бежите? Типа прям, ну, полезный лут упал, типа, хоть что-то будет. Перчатки на блиста. Потом тринка на танка, ботинки на медведя, запы на эрпал. Дробяшка. Отлично. Отлично. Обидно за Вадима и Сайса. Вадима за Вадима и Сайса обидно, бля. Мне это типа похуй, не попу, не эта хуйня. Я вообще не знаю, а зачем Лакаржана? А куда всех было впихнуть? Не, ну можно, в принципе, свечить, кому там шмот нужен. Да, вот я вот хотел сказать. К сожалению, на данном этапе сейчас всем нужны шмотки. Не, ну я согласен, но просто единственный минус, что у нас 3 вары, там, допустим, много одинаковых кластеров, поэтому не посвечиваешься.
Ну, наоборот, смотри, сейчас задача будет сделать, есть еще хорошие ребята с гильдии. Вот шарящий чувак Притон, он дамажит пиздец. 232 лук, 10 кодовал сегодня на груле. Блядь, он рожка тот сегодня наш появится. Что, завтра ИВК-25, да? Да. Да, некоторым людям. Плюс вон Артем есть еще, который... Ну, то есть есть люди, которым нужно просто проходки сделать свои, с ними пойти нормально, со вторым. Есть еще прикол в том, что есть же ачивы здесь, типа, за убитого босса, я правильно понимаю? И надо, чтобы каждый чел был, чтобы на молча пройти, надо, чтобы каждый присутствовал там. Нет. Нет, это просто... Нет. Не, надо там, там только мозги Малчезара вот эти вот. Да, квесты там. Там же квесты там тупо. Ну, блядь, мне все равно Малчезар очень не скоро. Это обидно, понятно, что не скоро. Я имею в виду обидно, что, блядь, пати такое попалось. Ну, вроде есть были нормально люди. Ну, а, вот, блядь, что-то совсем не так. Да, ДВСа было маловато, да, и щиты какие-то непонятные были на самом деле. Не, а второй хил кто был? Ршам. Да там Ршам не одетый и Пса не одетый. Да, не, больше. Ну вот Зануси, который Ршам буревестник, да? Он да, слабоват, да. Он слабоват. Не, он нормально хилит. Да не, вот, смотри, скажу честно, вот вчера бил, ходил, блядь, смотрел, с дырявыми стенами тут нехуй что делать. Вот я тебе говорю, если ты вот вчера убедился, если у ДЦ нету СПД, блядь, вот 3500, то бишь ему тоже тут нехуй что делать на остальных боссах. Вообще просто слово совсем. Ну смотри, у меня же не было 3500 СПД, но я считывал. Я тебе Саш сейчас озвучил, типа. Я тебе говорю, бомжа боссы закрываются, типа, с простым ДЦ. Уже аран копыта, типа, уже не закрыется, типа. Я вчера на ране, короче, населил почти там сколько? Почти 3 ляма нахуй за ДЦ. Когда я Ршам нахилил 2500, типа. Я не про это говорю. Я про то, что ДЦшник был одет пожалуйста, так же, как и мой. Пожалуйста, кому не что-то, скиньте Матос на смотрителя. Знаешь, что я хотел бы сказать? Если найти бы адекватного, блядь, короче, ДДшника, помнишь, что, типа, танка, фроста, типа, как фронт у нас, ДД? Вот, ага. Роман, когда хуярил, помнишь? Ага. Да. Так можно было бы и в 3 стила, было бы вообще изи проходить бы рано, блядь. Так... А чё, там просто фроста делаешь? Я могу хапал. Так смотри, момент, что тут искать адекватного ДДшника? Вон, у вас с гильдии чувак ГДК есть. Просто, как делал Роман, он прыгал в ДДшного, Фрост ДК, короче, он прыгал и надевал танковский шмот. И были у него танковский шмот именно и... количество ХП, чтобы его не шотнуло, и все. Там ну, я не разбирался в этом вопросе, честно. Но то, что он хуярил там 9000, нахуй, я тебе скажу. И танчу. Ну так я ж с ним был. Рассказываю, как там было, что у него было. У него был танкошмот, ДДшные трени, фрост спек, все. Так он со мной не раз рейдил, типа, значит мы где-то вместе были там. Заломание не раз был, уже танчил это. Если что, я с ним был постоянно. У нас статик же был, я, Ваня, он, Рома. Он кстати, его, короче, там, где я вот сейчас рейжу вечером с пацанами, там Ваня сидит. Релишь ты? Какой релит, блядь, на подсосе сидит, там, ну как, подъёбу сидит, как вот, знаешь, вот, ты же помнишь манеру игры, блядь, подпиздеть надо, вот, типа, прорыг, он, уже... Прорыг? Да РЛ второй, чё вы, прорыв, не прорыв. А, Ваня, ОМНЭ? Кто не знает. Ага. Не прорыв, ОМНЭ, вот это. ОНМ? Да, четыре кнопки, вот этот, Ваня, который... Взломали сюда, возмущался. Ну, потом я не отдал на тебя наш мод. Типа тогда, помнишь? Да, я его давно не слышал. Он типа игрок типа сильный, типа. Он игрок сильный, делает все красиво, ничего не скажешь. Ну, иногда вот ты вот его так пиздешь уже. Кислота. Да. О, Сацуны прознал, Ирпала. Сейчас я бурю, и ты 4 бури еще. Вот, все, поэтому я и любил ночного эльфа, после ты 4 бури сразу в инвиз. Ну, короче, в итоге я сейчас с ним играю. Он там за сову играет, типа, и захипало, типа. А я чисто за... Короче, я не договорил, просто по поводу Ромы.
Вы можете своего ДКшника тоже на ран так спекнуть, он просто фрост. Спек у него был, ДДшный шмот, ой, танковский шмот и ДДшный трений. Ну и понятно, вместо топора у него были два ручки. Я понимаю, ручки. Дойти до рана сначала надо. Ну, 9000 не даст, я уверен, нахуй. Мы будем пробовать сначала копыта, а потом на рана? Я вот честно, без всяких манибонов, мы прям, если мы убиваем сейчас адекватно этого босса, мы не убиваем гнева, а потом пробовать, что хотите, нахуй. А, логика. Блять, я хочу с этого босса кольцо, оно не упадет, по-любому. Ресните, пожалуйста. Да, ну, слушай, Андрюх, слышишь? Макро скинул ДС. Спасибо. Андрюх, меня не будет, наверное, в четверг. Нужно будет приоритетом сделать проходки, наверное, в четверг людям тогда, в ВК. Некоторым. Вот нужно будет обязать тельно. Купалу? Купалу? 250-й хэпалу без проходки, то можно. Да, 250-му хэпалу нужно будет проходку в идеале сделать. В идеале сделать никотину проходку и притону вот этим людям. Ну там, скорее всего, хэпалу задонатился, потому что там 4 апнутых на хэпале. Ну, конечно, он задонатился. Выходите. Можно резнуть. Тут же этот пиноклада в танке. Да, выходите, сейчас страж добью, да респектнемся. Выходи, Жень, выходи. Тотемы. Да. Он не в том дискорде, вы перекиньте его обратно сюда. Вы иди, блядь, сука, калич, нахуй. Это про себя сейчас было. Аркан первый, ну мать. Все, Макро сработает. Аркан первый, отлично. Все. Сейчас, может, уже нет, или там он не свечается. Я сейчас посмотрю. Они не свечаются. Второй босс свечается, типа, а первый нет. А первый какой? Аркан. Это руны? Это руна. Я его больше всего не люблю. Отлично, ну да. Не, я вот, честно говорю, вот мне, блядь, я все всегда переживаю только за аннигилятора, все, блядь. Ну дайте мне добивать эти сферы, и все. Типа, я с Петей подобиваем сферы, да и все. У кого этот, блядь, бартендер, блядь, всякая хуйня вот эта такая, типа, лучше меня не добивать, потому что, может, у кого-то багаться, однако, как на X3 было. У меня с макросом... На срок дамажит сильно, понимаешь, типа, и чтоб рога не добил, ты будет, типа, малый шанс, нахуй. А так он может просто наполовину хп просто переключаться обратно, и все. Он мутик. И чё? Мутик. Ну, у меня тычки по 10к, возможно, добью и все. Обычно вар забирал всегда, насколько я помню. Даже я палом там, если будет Т4 подгадал, то да. А если нет, то... Тяжко. Ой, сейчас будет прям 5 минут тактики. Так. Ой, еще Олежке надо сделать Мункину проходку. Сань, ты можешь написать ДС, кому надо проходки, чтобы это запомнили книги. Да в гильдии заметки напиши просто. Ну, либо да. Я сейчас просто напишу в чате. Ну да, напиши. ДС желательно. Че, здесь сопрота, да, да. Наверное, надо было бы выпить, да? Да. Да, насколько я помню, нет. Там не, мы сопроты помню, блин. Не, тут сопрот, обязательно пейте сопрот. Да. Куплю сопрот. Здесь же тонны точно, здесь же сопрот. Кто продаст? Короче, так, пойди. Ой, боже, дай памяти. Так, короче, получается, буйчик, квадрат. Потом Чернобыль, крест. И, так, я с собой заберу, наверное, Луну. ДЦ. Давай, короче, займешь вот этот угол. Смотри. Ну, типа, вот сюда станешь, вот где. Окей, типа. Это просто запомни свою позицию, типа, пока. Уважение с той стороны, да. Только смотрите, стойте вот этих ромбиках, чтобы вот где-то вот тут, короче, с этой стороны, потому что сюда будет право-лево носить, и у нас, короче, этот. Проводник, чтобы вас не зацепило. Вот, все поняли. Если с этой стороны, если у вас там прокает меточка, типа, соответственно, вы закрываете. Типа, вот
Вот эта позиция, то бишь, это касается РДшников, вы запомните, где кто стоит. Дальше, короче, на дальнюю метку у нас два будут бегать, короче, Петя и Эндрю будут бегать. Угу. Это получается, вы закрываете дальнюю метку. Ромбик. Да, вы в ромбе. И, ага. Короче, Рога, Мутик, смотри, ты будешь стоять в трусах, ты закрываешь, типа, либо бежишь в ромбик туда.